Power Sports и Power Dogs представляют. Танец живота. Упражнение для начинающих. Привет, я Вина, а я Нина. Мы занимаемся танцем живота уже много лет, и мы учились у лучших учителей. И мы обнаружили, что если делать это хорошо, то это пользуется большим спросом. Мы пытаемся поделиться с вами знаниями техник, которые передали нам наши учителя. Можно делать какие-нибудь упражнения и поддерживать свое тело в хорошей форме, однако нелегко найти такой фитнес, который доставлял бы столько удовольствия. Мы построили эти упражнения на основе движений бедер и ног, используемых в классическом танце живота, но забавным способом. Движения простые и легко запоминаются. При постоянных занятиях вы достаточно скоро увидите результат, и мы уверены, что вам это очень понравится. Правая нога заведена за левую. Обхватите ее руками и начинайте вращать головой, стараясь держать шею как можно более расслабленной. По кругу. Вращаем. Keep breathing. Дышите ровно. Raise one. Поднимите вверх правую руку, плавно наклоняйтесь вперед, потом назад. Держите равновесие вперед, назад. Keep your upper body. Держите корпус ровно. Обе руки вверх, скрестить при наклоне вперед. Скрестить и развести. Скрестить и развести. Почувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Теперь развернитесь в полоборота. Держите корпус ровно. Чувствуйте, как растягиваются мышцы бедер. Меняем ногу. Вращаем головой, полностью расслабив шею. Снова рука тянется вверх. Наклоняемся вперед, назад. Обе руки вверх, вперед, назад. Дышим ровно. Вдох, выдох. Развернитесь в полоборота.
Дышите глубже, вдох, выдох. Обе ноги вытянуть вперед. Тянем корпус к стопам. Стараемся дотянуться до пальцев ног. Остаемся в этом положении, расслабляем шею. Чувствуем, как растягиваются мышцы нижней части спины. Тянем носки стоп на себя. Чувствуем, как растягиваются мышцы икр и стоп. Сохраняйте дыхание ровным и спокойным. Начинаем вращение стопами и коленями по кругу. Вращаем. Вращаем. Теперь в другую сторону. Займите положение на боку. Сгибаем верхнюю ногу и вытягиваем нижнюю. Рука за ухом. Поднимаем нижнюю ногу, насколько это возможно. Это прекрасное упражнение для мышц бедер и пресса. Задерживаем ногу на весу. Чувствуем, как работают мышцы бедер. Тянем пальцы ног. Меняем положение ног. Нижнюю ногу подтягиваем к себе, верхнюю выпрямляем. Сгибаем верхнюю ногу в колени и подтягиваем. Одновременно тянемся головой к колену. Затем отводим ногу в сторону. И задержали ногу на весу. Меняем позицию руки, ладонью вверх. Опускаем ногу вниз и тянемся вверх. Вы можете смотреть вниз или на руку. А теперь с другой стороны. Снова сгибаем верхнюю ногу и вытягиваем нижнюю. Поднимаем нижнюю ногу. Дышите ровно и улыбайтесь. Задерживаем ногу на весу. Чувствуем, как работают мышцы бедер. Меняем положение ног. Нижнюю ногу подтягиваем к себе, верхнюю выпрямляем. Сжимаемся и разжимаемся. И задержали ногу на весу. Это трудно. Меняем положение руки ладонью вверх.
switch hands. Пристаем на руку and stretch. И тянемся. Feel the toning. Весь упор на опорное колено и руку. Сложите руки как джин. Займите положение в египетской позе. Ноги одна впереди другой и параллельно друг другу. Начинаем движение, сгибая колено ноги, отставленное назад, вниз, вверх. Поменяйте ноги. Руки в прежнем положении. Одна нога впереди другой. Это упражнение отлично растягивает мышцы икр. Держим стопы, не отрывая от пола. Снова начинаем движение с ноги, отставленной назад. Двигаемся вниз, вверх. Почувствуйте работу мышц. Keep going. Продолжайте. Wait on the floor. Перенесите вес тела на одну ногу. Стопа другой ноги приподнята. Release. Двигаем вверх только бедром ноги, остальные части тела остаются недвижимы. Squeeze. Напрягаем. Расслабляем. Squeeze. Напрягаем. Release. Расслабляем. Make sure you're удостоверьтесь, что вы сильно напрягаете работающую мышцу бедра. Чем сильнее, тем лучше. And squeeze. Ускоряем движение. Squeeze. Напрягаем, squeeze. Напрягаем, squeeze. Напрягаем. Add your knees. Добавляем движение коленом. Change. Поменяйте arms. Положение рук. Squeeze, продолжайте squeeze, движение. Switch sides. А теперь с другой стороны. Squeeze, напрягаем. Release. Расслабляем. Squeeze. Напрягаем. Release. Расслабляем. Squeeze. Напрягаем. Release. Расслабляем. Squeeze. Напрягаем. Release. Расслабляем. It's great. Это отлично действует на развитие бедер. Double time. И в два раза быстрее. Squeeze. Напрягаем. Напрягаем. Squeeze. Напрягаем. Incorporate the knees. Добавляем движение коленом. Now the arms. Меняем положение рук. And squeeze, продолжаем движение, squeeze, напрягаем, squeeze, напрягаем, squeeze. Напрягаем. Let's do hip circles. Теперь давайте займемся вращением бедер. Side. В сторону. Back. Назад. Side. В сторону. Front. Вперед. Side. В сторону. Back. Назад. Side. В сторону. Front. Вперед. Really stretch. Каждый раз sides. Тянемся как можно сильнее. Smooth. Вращаем бедрами непрерывно, circle. По кругу. Thank you.
Держите руки по бокам неподвижными. Колени пружинят. Теперь в другую сторону. Side, в сторону. Back, назад. Side, в сторону. Front. Вперед. Stretch it. Тянемся. And back. Назад. Stretch тянемся. And front. Вперед. Now connect the points. Вращаем бедрами непрерывно по кругу. Стараемся тянуть сильнее мышцы бедер и спины. Остановились. Now circle. Теперь вращение из стороны в сторону. Draw crescent круг в одну сторону. Остановились. Circle and stop. Круг в другую сторону. And stop. Остановились. Давайте добавим движение ногами. Circle. Круг. Feet. Движение ногой. Circle. Круг. Feet. Движение ногой. Circle. Круг. And touch. Движение ногой. Добавляем движение руками. Стороны к виску. Стороны к виску. Если у вас не получается совмещать, концентрируйтесь на движении бедрами. Резкие движения бедрами – отличный способ тренировать мышцы. Помогайте себе опорной ногой и руками. Вниз, 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 вниз. Теперь с другой стороны. Руки отведены назад. Готовы? Движение бедром. Вниз, вниз, вниз. Это одно из самых ярких движений в танце живота. Одна рука вверх, одна в сторону. Бросаем бедро вниз, вниз, вниз. Помогайте себе опорной ногой. Снова меняем ногу. Теперь совершаем движение бедром вверх, вверх, вверх.
Совмещаем движение бедром и опорной ноги. That's it. Keep Продолжаем вверх, 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 вверх. И вместе с рукой. Вверх, 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 вверх. Эти движения бедрами вверх и вниз являются основой танца живота. Теперь с другой стороны. Бедро вверх, 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 вверх. Продолжаем с рукой. Вверх, 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 вверх. Помните, если движения слишком трудны для вас, продолжайте с удобной для вас скоростью. Используем обе ноги. В сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Правое бедро, левое бедро, правое бедро, левое бедро. Давайте совместим эти движения с шагами. Вперед. Движение в сторону, в сторону, в сторону. И назад. Это довольно сложно. Вы можете продолжать движение бедрами на месте, если это слишком трудно для вас. Идем вперед. И назад. Шаг, еще, еще и еще. Руки в стороны, встаем на носочки, делаем мелкие шажки на месте, при этом совершаем быстрые движения бедрами. Вправо-влево, раз-два, раз-два, раз-два. Просто замечательно для ваших бедер. Держите корпус прямо, подбородок параллельно полу. Быстрее. Дышите ровно. Продолжайте. Держитесь на носочках. Теперь с поворотами. Поворот. Назад. Поворот. Назад. Это упражнение действует на группу мышц бедер и икр. Возьмите подушку или что-нибудь мягкое. Давайте растянем те мышцы, которые мы только что разогрели. Встаньте на колени, одну руку отведите назад, опираясь на стопу, другую поднимите вверх и потянитесь. Медленно наклоняемся назад, чтобы лучше потянуть мышцы бедер. Дышите ровно.
теперь с другой стороны. Обопритесь рукой на стопу, другую руку вытягиваем вверх и тянемся. Смотрите вверх и тянитесь. Наклонитесь назад, сильнее растягивая мышцы бедер. Руки перед собой. Медленно наклоняемся назад, держа спину прямо. Назад, вперед. Это очень хорошо растягивает мышцы бедер. Держите спину прямо. Наклоняйтесь назад медленно. Совершаем руками волнообразные движения по мере того, как наклоняемся назад. Назад. Вперед. Прекрасно движущиеся руки. Движения рук отвлекают вас от напряжения в мышцах. Займите позицию кошки. Тянем мышцы спины, выгибаясь вверх. Вниз. Скрестите ноги. Потяните бедра. Меняем ноги. Дышим медленно. Почувствуйте, как расслабляются ваши мышцы. Вина и Нина преподают и выступают по всему миру, включая Ближний Восток. Они участвовали в съемках более чем 70 фильмов, телевизионных программах и музыкальных видео, включая награжденные Национальной академией. Они изучали танец живота в Каире, Египте, у известного преподавателя Ракии Хасана. Они также формально учились балету, индийскому народному танцу и индийскому классическому танцу. Исполнительные продюсеры: Дуайт Хилсон, Гарри Голдман, Дэвид Никахара. Режиссер Дэвид Никахара. Оператор Кейт Уэйкфорд. Художник Джулиан Гетман. Композитор Рон Вагнер. Хореография Вина и Нина Бидаша. Консультант по танцам Дэвид Тичнелл.